Здравствуйте. Вот у нас тут такая посылочка. Мы, конечно, не ожидали, что она все-таки придет. Да. Заказали мы бесплатно. Нам пришел глюкометр, так как у нас в семье надо проверять сахар. И мы заказали. Ну, неделя прошла, уже вторая пошла. А сейчас мне звонят и говорят, глюкометр-то везем уже. Заказали бесплатно. Бесплатно, да, бесплатно. Я не вру. На самом деле, сейчас я покажу, какая фирма. Можно у них в сервисном центре все проконсультироваться. Вот мне пришел, я здесь не буду показывать. Здесь экспедиционный лист, мне его привез курьер. Прям. И команда, и телефон, и все на свете. Да. Так, первое. Что мы достаем? Прокалыватель. Точнее даже, это ланцеты пришли, похоже. Давайте откроем. Вон это сам прокалыватель, ручка прокалыватель. И, да, несколько ланцетов здесь. Вот такая книжка по использованию, инструкция. Да и тут даже две штуки. Так, ладно, вторую не буду вытаскивать. И вот такая вот интересная. Даже меньше, чем у нас. У нас до этого у нас есть глюкометр Акучек Актив. Но мы уже поняли, что он где-то в некоторых случаях глючит. И вот решили протестировать новый. Здесь 5 ланцетов. И вот такой. Ну и самое главное. Большая коробка. Большая маджор коробочка. Сейчас будем ее открывать. И это глюкометр контур ТС. Вот такой вот. Они, фирма Контур, дают бесплатные вот такие глюкометры. Именно или ТС, или бывает некоторым плюс приходит. А почему? Потому что у кого сахарный диабет, и многие состоят на учете в больницах, потому что выдают. И так как они выдали бесплатно, потом больница, точнее Минздрав, закупает у них же эти тест-полоски, выдают людям бесплатно. Поэтому им выгодно. Как отправить, да, или раздать, или отправить по акции, чтобы у них было. Но сам глюкометр я в аптеках уже прошерстила. Этот глюкометр стоит в пределах 600 рублей. Полоски, если на него покупать, стоят 580 рублей. На Акучек Актив мы платим 1200 это 50 полосок, а если 100 берем, то вообще 1800. А на этот можно хоть где найти. Я уже даже прошерстила Озон. И на Озоне можно взять годовой запас вот этих полосок. И он стоит примерно 4000. Этот годовой запас. Вот. Ну, давайте будем открывать сейчас, смотреть. Здесь вот защитная пленочка. Смотрите, он не вскрыт, он именно новенький. И будем смотреть, как и что. И смотрите, что внутри. Сумочка. Тут еще ланцеты бесплатные. Сам аппарат новенький с пленочкой. И запечатанная инструкция. Все, в коробке ничего нет. Также мне сказали, что после прибытия как аппарата можно позвонить. Так, вот тут любопытная мышка прилетела. Это можно позвонить, надо позвонить в центр и поставить его на гарантию. Вот. Ну и сейчас скроем, что здесь и как. Так, и что же здесь? Здесь у нас инструкция, как пользоваться, как, что.
как переносить в компьютер все результаты. Также вот это дневничок диабетика. А, до еды сколько был, после еды, если нужно, контроль перед, перед поездкой к врачу. Вот, можно вот так сделать контроль. И что кушали. Так, это тоже инструкция маленькая. Что, как, какие ошибки, какие, что он выдает. Так, это здесь регистрационная карта. Вот. И непонятно что. Так, ну, конечно, сейчас мы его проверить не можем. Я вот сейчас пленочку сниму. Потому что полосок тестовых нету. Мы не ожидали. Но как купим тестовые полоски, мы сразу же его проверим. А сейчас вот такой вот минимальный набор мы уже получили. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!